Знакомьтесь, Мика Охтома, биткоин-энтузиаст, предприниматель, сторонник open source и советник различных блокчейн-стартапов. Он родился 6 февраля 1983 года в Сан-Франциско. Мика очень квалифицированный и талантливый разработчик и дизайнер программного обеспечения. Имеет степень магистра по промышленной инженерии и менеджменту университета АУЛУ. Он является SEO-советником для First Blood, ранее работал техническим директором Local Bitcoins, Nokia и IOBox. В настоящее время Мика Охтома является основателем и техническим директором компании Token Market, биржи и исследовательской платформы для токенов децентрализованных технических проектов.